15 мая ежегодно отмечается День семьи. Это один из самых светлых праздников, который имеет отношение к каждому человеку. День семьи помогает не только вспомнить о значении близких людей в жизни, но и понять и разрешить многие волнующие вопросы. В Березской центральной детской библиотеке прошла конкурсная программа «Всей семьей у книжной полки». Мы побыли вместе. Провели вместе время. Совместно поучаствовали в мероприятиях, все дружно. Вот самое сложное для нас было, это в конкурсе, я хотела бы сказать, сказка наоборот, когда надо было сказку назвать по-другому. Это вот квадратный кубик. Кубик, а кубик. Это оказался, что это был кубик Рубик, это оказалось, что это была сказка «Колобок». Очень интересно, познавательно. И для мышления, я думаю, для всех, и для каждого, и для детей поразмышлять нужно. Про животных очень любят у меня дети читать про животных. Но это познавательные книги в основном любят читать. А также у нас есть небольшая коллекция книг, это которые сказки Александра Сергеевича Пушкина, да. И они разделены у нас, у каждого свои. У младшей дочери сказки для девочек в основном, а у старшего это сказки, которые включают в себя рассказы про животных также. Также вот, Александра Сергеевича Пушкина, Успенского. В соревнованиях принимали участие 3 семьи. Все задания были разработаны таким образом, чтобы участвовали и дети, и взрослые. Они вместе собирали пословицы, изготавливали книгу «Моя семья», в которую смогут вклеить общие фотографии и оформить семейное древо. Также была интерактивная игра. В библиотеке была оформлена книжная выставка «Читаем вместе», на которой были представлены книги для семейного прочтения. Составляли пословицы, да? Лечили книги. Угадывали загадки. Названия книг, произведений различных, стихотворений. Мне, например, понравилось мероприятие, то, что мы сюда пришли всей семьей, потому что это не особо часто бывает, что... Готовились вчера весь вечер. Да, что даже родители участвуют в конкурсах, которые, в принципе, будут легкие для детей. Сегодняшний день у нас прошел так позитивно, отлично. И мне хочется, конечно же, всех поздравить с днем, Международным днем семьи. Семья – это самое дорогое и главное, что есть у нас. Это та тихая гавань, в которую можно всегда вернуться, где тебя поддержат, помогут, поймут. Поэтому цените, дорожите своими семьями и будьте счастливы. Семья – это главная ценность жизни каждого человека. Дороже нее нет ничего на свете. Именно в семье начинается жизнь человека. Анастасия Князева, Роман Тягунов, АТВ «Березово». Репортажи АТВ «Березово» размещены в социальных сетях «Одноклассники» и ВКонтакте. Подписывайтесь на канал YouTube, смотрите наши новости в эфире телеканала «Ямал-регион».